Внимание мировых СМИ сегодня приковано к Эквадору. Там произошло самое разрушительное землетрясение за 37 лет. Удар магнитудой 7,8 пришелся на западное побережье страны. Серьезно пострадали несколько городов, в том числе столица Кита. Кое-где в руинах целые кварталы. В крупнейшем городе Гуаякиль разрушены жилые дома, супермаркеты и отель. Один из мостов обрушился на проезжающие машины. Рухнула башня в аэропорту в Манте. По последним данным, 77 человек погибли, 588 ранены. Белорусов среди них нет, сообщает МИД нашей страны. В пострадавшие регионы выехали тысячи военных, полицейских, мобильные госпитали. Мы, к сожалению, продолжаем получать сообщения о жертвах среди наших граждан. Мы не предвидим опасности цунами, но объявляем профилактическую эвакуацию в некоторых прибрежных районах на случай возможного роста уровня воды во время прилива. После землетрясения в городе Эсмеральдас приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода. В нескольких городах частично нарушено энергоснабжение. Все экстренные службы приведены в максимальную степень готовности. Эквадорцев мы просим быть настороже, быть очень внимательными, но сохранять спокойствие. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия землетрясения. На ликвидацию последствий власти выделили 300 миллионов долларов. В 6 регионах Эквадора введен режим ЧП. Подземные толчки ощущались даже в соседнем Перу.